Слободе 9 июня откроют летний кинотеатр. Об этом сегодня доложил на совещании у президента глава района. Сейчас готовят праздничную программу. Событие для Слободе долгожданное, поэтому открытие должно запомниться, сказал на совещании Вадим Красносельский. Данное мероприятие должно начаться утром, а должно закончиться в 12 ночи. Объясню почему. То есть вечерним показом кинофильма уже для, ну не только там для детей, естественно. Выберите кино себе и закончите показом кино. Вот это вот на целый день мероприятия там должны быть с небольшими перерывами. Летний кинотеатр в Слободе восстановили после двух десятков лет запустения. Теперь это самый крупный киноконцертный комплекс под открытым небом в республике. В летнем кинотеатре будут показывать кино, а еще это место станет площадкой для концертов и выставок. Это была идея президента. Тирасполь ко Дню защиты детей после реконструкции откроет спортивный комплекс на базе 8-й школы на Кировском. Комплекс сделали многофункциональным. Поиграть там можно в футбол, баскетбол и волейбол. Есть площадка для воркаута, беговая дорожка и теннисные столы. Такие же комплексы у 18-й и 5-й школы и у столичной гимназии. Откроют площадку на Кировском 31 мая в 10 утра, рассказал глава Тирасполя Олег Довгопол. В этот день, 31 числа, в 18 и 5 школе будут проведены мероприятия, спортивно-развлекательные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. И 1 июня традиционно мы проводим массовые мероприятия непосредственно в Екатерининском парке. На следующей неделе в Тирасполе открывают оздоровительные площадки. В этом году они будут работать на базе 6 школ. Отдохнуть там смогут 825 детей. В Бендерах площадки при школах заработают с 3 июня. Глава Бендер рассказал, в этом году впервые открыть летние площадки решили и в спортивных школах. На начало июня в Бендерах и Тирасполе запланирован международный футбольный турнир. Приедут юношеские команды из Турции, Азербайджана и Казахстана. Президент поручил властям городов и другим службам оказать содействие в проведении турнира.